Готель Славутич. Город Славутич сегодня празднует свой день рождения. Я приехала участвовать в концерте. Вход центральный, напротив центрального входа вход в парк. И идем налево. Я так думаю, что там ресторан, и картинки. Вход куда-то. Тут уже запахи есть. Ну, пахнет какими-то голубцами, чем-то таким. Ну, интересно. Заходим. Ну, ребятки, ну ресторан красивый. Смотрите, вау. Как все красиво. Славутич, ресторан. Вау. Здравствуйте. Ну, красивый ресторан, мне нравится. Вот Киев, Богдан Хмельницкий, Париж. Все есть. Ой, на первое борщик горячий со сметанкой. Блядь, ты хроники пишешь. Я пишу хроники, Ленуся. Ты попробовала, уже горячее, вкусно? Я же ем только горячее, кипяток. Я знаю. Всем приятного аппетита. То есть это как раз для тебя то, что надо, да? Да.